Ежегодно в преддверии 15 августа, когда весь католический мир празднует День Вознесения Пресвятой Девы Марии, тысячи верующих совершают пешее паломничество в Аглану. В этом году первая латвийская группа паломников отправилась в путь 27 июля из Лепои. В дороге они проведут около 3 недель, и, по словам верующих, преодолеть этот путь им поможет молитва и песнопение. Вслед за лепойчанами в Аглану отправится группа паломников из Валмеры, Елговы, Риги и других городов. Пойдут в Аглану и две группы из Даугавпилса. 10 августа прихожане костела Сердца Иисуса, а 11 августа верующие еще двух даугавпилских костелов – Святого Петра и Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Все, кто желает присоединиться к одной из групп паломников, могут звонить по телефону 268-20-006 или 263-68-641 и получить более подробную информацию.